Всем привет! Это игра Grow Home или как-то так. Как всегда уж у меня английский не слишком сильно, к этому не придирайтесь. Название вы сможете прочитать в названии видео. Чем же меня привлекала эта игра? Конечно же своей графикой и интересным геймплеем. Это будет обзор на серии. И если... Ой-ой-ой, это куда я падаю? А! Все понятно. Мне нужно будет на самый верхний остров добраться и, собственно говоря, добыть вот то растение, которое мне показывали. Ох, что-то эпичненько все это выглядит. Очень необычные движения персонажа, очень так странное все это движение, плюс управление, оно тоже очень странное, потому что левые и правые кнопки мыши — это именно кнопки. Так, ой, так, сейчас надо забрать вот эту вот штучку. Так, я как бы ее выдернул или что-то в этом роде. То есть я один кристалл нашел, теперь мне нужно найти другие кристаллы. Теперь мне... Ага, вот мне подсказывают. Ать. Это все приходится зажимать мышкой, и довольно-таки непривычно поначалу. Так, нет, давайте вот здесь вот. Вот так вот. Вот так вот, все, залезли. Еще один кристалл. Я так понимаю, поначалу... Ой, персонаж такой, он немножечко рисковатый. То есть у него ноги как-то так перевешивают. Нет, еще поближе. Вот видите, что у него происходит. Выдернул я кристалл, все. Ой, очень необычный персонаж, конечно. Я первый раз вижу таким, ну как сказать, именно движение такое. Давайте попробуем вот это выдернуть. Оп. Смотрите, тебя не может вытянуть. Ладно, все, отцепились. Ну, давайте повыше залезем. Оп. 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 Нет, все-таки надо. Да. Ой. Надо W держать, что он как бы ногами себе помогает идти. Немножко непривычно, по крайней мере. Геймпад желательный, но у меня, к сожалению, его нету. Поэтому приходится на клавиатуре. Так. Я так знаю, насколько я знаю, этот робот будет... Я открыл, похоже, новую карту или что-то в этом роде. Ух, какое-то растение, главное. Большие кристаллы, я смотрю. Так. Насколько я знаю, этот робот, он будет выращивать растения каким-то способом и тем самым забираться все выше и выше. Я не представляю, как это будет все выглядеть. Так. Надо F нажать, да? Нет, надо вырвать. Ага, вырвал и... Понятно, это у нас парашют. Круто, и сзади показывается, что сколько ему осталось. Классненько, очень так миленько, я бы даже сказал. Ой. Другой вопрос, интересно, можно ли их накапливать? Ой, чуть я не разбился, ладно, все, убираем. Можно ли их накапливать, эти цветочки, чтобы, ну, в дальнейшем, так сказать, их много... Тяни. Ой, какой кристалл большой. Ой, споткнулся. Забавно. Ой, опять споткнулся. Ой, спокойно. Так. Давайте уж спускаться, так спускаться. В самый низ. Не знаю, как вам, но мне игрушка нравится. По крайней мере, вид у нее очень интересный. Я вот вижу кристалл. Давайте мы его как-нибудь... Ать. Не хочет, смотри. Вставай, мужик. Знаете, мне кажется, эта игра будет в какой-то... Так. Ать. Все, я оторвал.
Арт, спускаемся. Оп. Оп. Все, спокойно. Для детей, мне кажется, эта игра будет очень интересна. Ой, это что такое? Это какие-то животные, ну, наверное, овечки своеобразные, конечно. Но факт остается фактом, что это вроде бы овечки. Поиск кристаллов, конечно же, нужно будет залезать во все щели, так сказать, во все крайности, искать где-то. Ух ты, смотрите, прикольный еще кристалл. Так, так. Я надеюсь, что со временем, может быть, то есть... Так, висим немножечко. Я только вот... Есть. Просто выдернул его и все. Я надеюсь, что со временем он как-нибудь будет модернизироваться, что-нибудь новое будет появляться, и робот будет, ну как сказать... У него, конечно же, будут появляться какие-нибудь новые возможности. Поэтому обязательно посмотрим, если уж, конечно, вам понравится. Мне, по крайней мере, игрушка нравится, интересная поначалу. Но давайте дальше посмотрим, что это такое. Это, скорее всего, какой-то как раз-таки Wi-Fi точка, которую мне нужно было переместить. А, ну, собственно говоря, нажмите. Вот, а, типа раскрыл до конца. Очень классно, мне нравится это. Вот эта идея. Так, давайте встанем, загрузимся, что. Оп-оп-оп-оп-оп. Смотрите, карта появилась, и, собственно говоря. Где я нахожусь, я так понимаю. В самом низу я нахожусь, на самый верх мне нужно. Это высота, да, я так понял. Все понятно. Давайте туда уходим. В принципе, понятно. Может быть, потом я, скорее всего, смогу перемещаться каким-либо образом волшебным. Ну, не знаю, телепортом, либо еще. Ой-ой-ой. Еще каким-нибудь там перемещением. Так, вот мне интересно. Оп-оп-оп, не падаем, не падаем. С краев здесь могут быть какие-нибудь кристаллы? Так, и вот знаете, вот прям намекает мне, что здесь что-то спрятано. Блин, вот это классно. Вот это мне нравится. Очень интересное. Я первый раз такое вижу, что вот так вот, смотрите, прям тащит камни. Классно сделано. Ну, сам он движется, конечно, очень странно прям. Давай, тяни. О, черт, шатаем. Очень грамотная физика сделана, прям вообще шикарнейшим образом. Вы сами все наблюдаете, надо будет посмотреть. Ну, вроде бы здесь посетить нельзя, но если можно... Скорее всего, нет, мне кажется, нет. Так, давай, еще оттаскиваем побольше. Ой, все лапки отдавили. Как-то больше не робот он напоминает, а какой-то, не знаю, ну какой-то... Ладно. Давай в две руки тащи. Кристалл не получилось утащить. Так, есть кристалл готов. На 7% кристаллов. Я не знаю, что случится. Что случится, когда все кристаллы наберутся. Ну, скорее всего, что-нибудь, какая-нибудь вкусняшечку мне дадут какую-нибудь. Так, нет, нет. Вот это давайте вытащим сначала. Так. Ну-ка. Давай, самый большой не хочет. Я не знаю, что там за звук какие-то, как будто кит большой какой-то. Так, давай. Вылази. Очень прикольно. Игрушка, сразу, кстати, я не сказал очень важные вещи. Игрушка продается в Steam, довольно-таки недешево, 500 рублей она стоит, без скидок всяческих. Поэтому, в принципе, ждите где-нибудь на Small Games.ru или где-нибудь еще, когда выйдет пиратка, если, конечно, она выйдет. Ой-ой, я решил приобрести эту игру, потому что, ну, и была возможность. Так, вроде бы все. Такого вот звука нету. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Ой. Я не знал, что их можно как-то
Ой, я от них отпрыгиваю. Странные растения. Ну, я надеюсь... Нет, все-таки я надеюсь, что она где-нибудь появится. Если она появится, я обязательно ссылочку сделаю. Под видео оставлю. Давай, давай. Вот, цепляйся, цепляйся. Сейчас попробуем еще цветочек взять, чтобы... Ну, давай. Вот. Ну, по крайней мере, цветочек обновился. Не знаю, уж накопился ли он, но обновился он точно. Оп. Прыгай, прыгай. Оп. И главное не упасть. Что же за звуки-то? Мне даже жутковатенько немножечко. Так. Так. Ой-ой-ой. Не падай, не падай, не падай. Я, честно говоря, не представляю, что мне нужно... Ой-ой-ой, разогнался с корки-то. Не представляю, что мне нужно сделать, и я слышу где-то кристалл. Да, я так и знал, что он здесь где-нибудь. Подо мной... Оп. То есть я набрал 10% чего-то. Нажмем C. Ага, 10% зума, то есть я теперь могу как бы осматриваться. Очень круто. Это намного облегчит весь процесс. Ну и в принципе, я так понимаю, и лазить я смогу. Я, кстати, вот прямо отсюда увижу издалека кристалл вот там вот один. Сегодня мы будем исследовать исключительно этот островок. Может, я даже, как сказать... кому-нибудь помогу в исследовании и, может быть, покажу какие-либо кристаллы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Вот здесь можно нажать сразу C и осмотреть, допустим, вот, вот этот островок. Нет, там ничего нету. Ползи. Я уж не знаю, что это за звуки. Не могу никаким образом разобрать, что это за звуки. Ну, явно уж какой-нибудь гигант или еще что-нибудь. Так, ну, давай. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, беги-беги, оп-оп. Давай-давай-давай. Оп-оп, залезай. Ноги у него, конечно, мельтешат прям. Ать-ать-ать, так. Ать-ать-ать-ать. Очень хорошая система скалолазания. Вот мне вот этого... очень мне нравится, это прям она и простая, и очень интересная, то есть прям вот можно же всячески. Так, спокойно. Вот я слышу, даже наверху похоже есть кристаллы какие-то. Давайте залезем сейчас. Да, вот собственно говоря, и мы просто включим C. Я смотрю. Ну вот внизу, прям вон там, внизу прям около есть. Это уже понятно, да? И, по-моему, больше пока что нигде нету. Ну, по крайней мере, я не вижу. Но вот там вот пещера какая-то, и вполне она тоже там... Там может быть кристалл. Скинули камень. Очень отлично. О, вот еще горочку я вижу. Вот горочку вижу вон там. Он, скорее всего, там тоже скрытые кристаллы. Давайте собираем. Эй, давай, 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 давай. Есть. 11%. Я так понимаю... Кстати, интересно, вот эти все 100%, они показаны именно на этом острове или вообще? Если вообще, то это очень... очень мало. Так, полетели. В общем, полетели. Да, я вон вижу какую-то пещеру. А как? Все ниже и ниже. Я вот хочу все ниже и ниже спускаться. Только как я... слишком медленно спускать, вот что мне не нравится. Оп. Все. Я боюсь воду влезть. Я все-таки робот и, ну, вполне могу умереть или, не знаю, там, заржаветь, да? Закротить. Я не представляю, есть ли здесь какие-нибудь враги. Ух ты. Мом. Ну, это так и материнский корабль, скорее всего, подразумевается. Вот, классно. О, чуть-чуть, беги.
Так, спокойно, спокойно. Так, есть. Ой, ой. Так, 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 так. Не представляю, на самом деле, по поводу жизни ничего не могу сказать. Вот очень бы самому интересно было знать. И... Так. Я так понимаю, эти камни разобрать нельзя, а то у меня сразу появилась мысль разобрать тут все. Так, давайте попробуем. Так, ну какой-то вот промежуток воды я, конечно, могу проходить, но пока что ладно. Вот, нет, я точно слышу еще звуки, что где-то, как будто что-то... Сейчас давайте залезем. А, ну вот, собственно говоря, я уже увидел. Просто, наверное, с первого раза не обратил на него внимания. Интересно, он как-нибудь, ну, немножечко... Так, вот подпрыгнул и зацепился. Так, ну все, вроде бы звуков здесь больше нету. Давайте, пойдемте дальше. Так, ой-ой-ой, спокойно. Чувачок, спокойно. Эту часть горы мы исследовали. Полезем дальше. Врагов, мне кажется, здесь не будет никаких. Тут будет все построено именно вот на таких вот, ну как бы, не загадках уж, а вот головоломках каких-то, поисковых таких вот структур, где надо будет... Какой кульбит сделал через голову. То есть надо будет что-то искать, постоянно что-то находить. Кстати, вот это что интересно. Растение тоже можно утащить. Так, ладно, вот здесь это вот можно? Нет, не хочет. Ну-ка вот эту гору уже сгребем. Там, смотрите, овца какая-то сидит. Бедненько, закрыли тебя. Сейчас мы тебя выпустим. Притом, давай. Так, все, спокойно. Давай. А, вот второй. Нет. Все, вроде бы почти. Сейчас еще один камушек и освободим. Я-то, конечно... Я-то думал, здесь будет... Да что ж такое? Как-то он... Странно очень его... Закрутило. И чё ты, овечка, на меня смотришь? Пойдём, я тебя сейчас куда-нибудь тащу. Ладно, все, пускай овца будет. Не знаю, зачем она, честно говоря, не представляю. Ну ладно, пускай пока что будет. У меня появилась мысль определенная. Ну-ка, а если я вот в этот, вот в эту хрень чего-нибудь затащу? Что-нибудь произойдет? Давай, ну немножечко. Сейчас, спокойно. А, ну все, понятно. Это исключительно для телепортов. Ладно, все понятно. Таскаю с собой тыкву. Нормально, чё? И чё она за мной бегает-то? Странная овца. Так. Единственное, где еще могут быть кристаллики, это вот на этой горе и, то есть, где-нибудь за ней. Ну, это ладно, это пока не важно. Давайте попробуем что-нибудь придумать с цветком. То есть даже не с цветком, а вот с этим растением, потому что, честно говоря, скорее всего, замута какая-нибудь с ней, идея какая-нибудь с ней. Ну вот, сейчас попробуем вот туда вот, вот на тот, как бы, отросток, что ли, пролезть. Потому что я видел в мумике, что он, ну вот этот робот на этом отростке как-то так... рос
росток рос, рос быстро, и он на нем перемещался тем самым. Так. Так, так. Ой. Так. Ой-ой-ой-ой. Все, спокойно. Давайте по цветку, по цветку, по цветку. Да, вот, я вижу восклицательный знак. Посмотрим сейчас и попробуем. Оп-оп-оп. Что это 0 из 4? Это что это такое? Граф шот Е. Надо... А. Чего? Ой, мамочка. Я не знаю, как я это сделал. Я просто нажал букву Е. Смотрите, растение пошло расти. То есть тем самым я один кристалл... Все, я понял. Как бы растение, когда растет, оно же должно за что-то держаться. Вот, собственно говоря, оно и будет держаться за эти кристаллы. А я как раз-таки благодаря этому растению, потому что оно будет расти, буду изучать флору и фауну. Ну и, собственно говоря, находить кристаллы. Это очень хорошо, это очень интересно. По крайней мере, мне интересно, что будет дальше. Ну, на этом, я думаю, закончу. Такая вот получилась серия. Исследовательская. Выше есть куда. Если вам понравилось, ставьте лайк и побольше лайков. Вот 30, давайте 30-40, ну 30 лайков набираем, и выходит следующая серия. Так что все зависит от вас. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Присоединяйтесь к моей группе ВКонтакте. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.